Комиссионная победа, добрый вечер. По вашему запросу обзор у нас на iPhone 11 Pro, версия Grey, серая. Значит, сразу по состоянию объясню. Корпус у нас в хорошем состоянии, минимальные потертости, затиры. Скорее всего, все это отношение в чехле. То есть корпус у нас в очень хорошем состоянии. Зад у нас целый, не битый, ни сколов, ни трещин. Камеры целые, даже царапин нету. Видно при освещении. Так, по дисплею. Дисплей у нас царапанный, сразу видно. Царапины не глубокие, сразу скажу. Можно будет полирнуть, стекло наклеить и даже заметно не будет. По техническим характеристикам. Все функции работают должностным образом. Телефон не скрывался, не ремонтировался. Чуть позже покажу вам через программу. Так, 256 гигабайт памяти, 11 Pro. Аккумулятор также родной стоит, 88%. Можно где-то вот зарядиться пока здесь? Фейс. Фейс рабочий, соответственно. Трутон работает. Wi-Fi, Bluetooth. Record Rip Classics. По комплектации только идет телефон, без зарядки, без коробки, только сам телефон. А что там написано на ценнички внизу? Да, если там написано доп. Аккумулятор, зарядка. Также с сим-картой ему. Телефон без проблем видит. Теле 2 по динамикам что нареканий там нету. Звук нормальный, без скрипов. Разговорный динамик у нас громкий. Собеседника хорошо слышно, то есть без проблем. То есть в техническом состоянии телефон хороший. Как и обещал, еще покажу через программку 3Tools. То есть вот у нас наш iPhone 11 Pro на 256. 490 раз батарейка у нас заряжалась. И по комплектующим видим, что ремонт не производился по телефону. Пароль. Еще. В целом, телефон хороший, надежный, без каких-либо проблем, работает как и должно. Будут вопросы, можете повторно обратиться к нам на филиал.